В 2013 году двое ученых из Оксфордского университета Карл Бенедикт Фрей и Майкл Осборн опубликовали исследование, в котором говорилось, что к 2030 году около 700 современных профессий исчезнут. Виновата в этом четвертая промышленная революция, которая прямо сейчас перекраивает привычное нам мироустройство. Самая первая промышленная революция случилась в 18 веке. Благодаря ей общество смогло перейти от ручного труда к машинному. Затем была вторая, что логично, связанная с открытием электричества. И третья, с изобретением компьютера и интернета. И каждый раз повторяется одна и та же картина. Часть населения лишается работы, зато получает шанс освоить новую профессию. По прогнозам американского центра исследований Forrester Research, объем мирового рынка роботизации к концу 2023 года будет равен 12 миллиардам долларов. Уже сегодня роботы выполняют кучу вещей, которые раньше делали люди. Доставляют посылки до дверей, общаются с клиентами, управляют авто и развлекают тебя, когда тебе скучно. Уже рисуешь себе картину роботизированного и безэмоционального будущего сотнями тысяч безработных? Стоп, don't worry. Без работы люди точно не останутся, потому что возникнет множество новых профессий. Правда, какие это будут профессии? Можно только гадать. Так, лет 10 назад никто не слышал о трафик-менеджерах или SMM-стратегах. А сейчас кажется, что эти модные парни и девушки были всегда. Но есть несколько сфер профессиональной деятельности, которые смело можно выбирать уже сейчас, так как они точно никуда не денутся. Первая из них – специальности, связанные с креативом. Писатели, поэты, музыканты, художники. И, конечно, ученые. В основе деятельности этих профессий лежит созидание. А искусственному интеллекту это не по зубам. Собрать информацию, действовать по заданному алгоритму, выдать результат – пожалуйста. Но для креатива этого недостаточно. Творцу нужны эмоции. Так художник не напишет картину без вдохновения. Поэт вряд ли создаст шедевр без какой-нибудь драмы. Ученый не сделает открытие, если не увлечен темой своего исследования. По той же причине никуда не исчезнут инженеры. Ведь в основе их деятельности, как и в случае с творческими профессиями, лежит идея. Искусственный интеллект не умеет их генерить. А прежде чем будет запущен какой-то алгоритм, который будет выполнять робот, его надо создать. Возьмем обычную компьютерную мышку. Сегодня миллионы их производятся на автоматизированных конвейерах. Но ведь идея создать такую штуку сначала пришла кому-то в голову, как и способ ее создания. И так в любой сфере. Сначала инженеры и идея, и только потом производство и автоматизация. И, конечно, искусственный интеллект еще очень долго не сможет заменить айтишников. Ведь именно они рулят процессом автоматизации и роботизации. Это они внедряют правила работы для разных систем, чтобы те функционировали быстрее и эффективнее. Они разрабатывают ПО для самых разных областей, то есть IT-специалисты всегда стоят и будут стоять выше, чем созданы ими же искусственный интеллект. Конечно, во всех этих сферах часть специализации будет отмирать, но появится много новых, где ты сможешь профессионально себя реализовать. И если, досмотрев наш ролик до этого момента, ты задумался о выборе профессии будущего, значит, мы не зря мутили этот контент. Теперь дело за малым. Найти тех, кто поможет тебе получить первые навыки в профессии и понять, что подходит именно тебе. Клевым решением может стать инновационное пространство детских технопарков «Кванториум», которые открываются по всей России благодаря нацпроекту «Образование». Сюда могут прийти школьники специально, чтобы разобраться и примерить на себя самые перспективные профессии будущего. Под наставничеством опытных специалистов ты прокачаешь множество полезных скиллов, а также свое изобретательское, креативное и критическое мышление. Здесь ты обязательно найдешь компанию единомышленников, которым интересно то же, что и тебе. Адрес ближайшего к тебе технопарка можно найти на сайте Росквантуриум. Ссылку мы оставили в описании. Многие профессии не исчезнут совсем, но точно будут меняться, обрастая новыми инструментами для решения своих задач, в том числе автоматизированными. Поэтому лучше уже сейчас задуматься о том, как прокачать себя в специализациях, которые останутся на рынке, несмотря на бурное развитие технологий. Не тормози и никогда не переставай учиться. Всем наука! Есть вопрос? Вступай в группу «Научпока» ВКонтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами.